Семь вещей, о которых нельзя никому рассказывать. Никогда никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывайте о этих семи вещах, и произойдет то, о чем вы даже не догадывались. О планах на будущее. И тут дело не столько в зависти или сглазе, сколько в вас самих. Психологи выяснили, что как только вы поделились с кем-то своим гениальным планом, ваш мозг автоматически считает его выполненным и перестает работать на дальнейшее достижение результата. О своих великих подвигах. Даже если вы победили трехглавого дракона или уничтожили неуничтожимое ядро, не обязательно об этом рассказывать окружающим. Во-первых, в наш цифровой век это и так было запечатлено на камеры iPhone с как минимум 50 разных ракурсов. А во-вторых, вы рискуете прослыть хвостуном. Об ограничениях. Вы сидите на жесткой диете или держите религиозный пост. Спите на досках, чтобы спина была ровной. И не изменяете вашей второй половинке. Это действительно достойно уважения, но теряет всякий смысл, если об этом говорить. Ведь любое духовное ограничение имеет смысл только в скромности, не правда ли? Плохо о других. Тем более, если их нет рядом. Это называется сплетни, а людей, которые их распускают, обычно не ценят и не уважают. Аналогичная ситуация возникает тогда, когда вы эту сплетню передаете. Запомните, тот, кто говорит вам плохое о другом, когда его нет рядом, говорит аналогично и о вас, только уже в ваше отсутствие. О личных проблемах. И неважно где, дома, на работе, в личной жизни или на финансовом счете. Ваши проблемы – это только ваши проблемы, и решать их только вам. Конечно, рассказав о том, какой вы бедный и несчастный окружающим, вы получите долю поддержки. А заодно и расскажете о своих слабых сторонах, в которые непременно получите удар в будущем. О своих познаниях. Вообще хвастаться плохо. И будь вы хоть 7 пядей во лбу, совсем не обязательно об этом рассказывать всем. Во-первых, вы можете кого-то обидеть, заставив его посчитать себя тупее вас. А во-вторых, знания без умения их применять ничего не стоят. Так что если вы еще не Билл Гейтс, учитесь и развивайтесь дальше. О хороших делах. Сделали что-то хорошее, кому-то помогли, подобрали бездомного песика, покормили птичек, спасли чью-то жизнь или репутацию, а может быть, перечислили всю свою зарплату на благотворительность? Отлично! Вселенная вам это обязательно зачтет и воздаст в 100 раз больше. Только не нужно об этом кричать на каждом углу, иначе ваши добрые помыслы могут быть истолкованы как самопиар. На этом у нас все, подписывайтесь на канал, увидимся!